говна напривозят всякого, блин. Пока М6. Много ожидать здесь точно не стоит. Увы, не то. Здравствуйте, меня зовут Андрей, мы на канале Кьюк, и у нас обзор Poco M6 Xiaomi. И еще вот эти коробочки, Redmi 13 и Redmi 12. Кто догадается? Правильно, это фактически один и тот же смартфон. Вот все три коробки. Но вот Redmi 12 еще можно откинуть, а вот Redmi 13 и Redmi Poco M6 это вообще один в один телефон. Ну а прикол в том, что когда вот говорил про Redmi 12, это действительно их, скажем так, папа или брат-близнец, я не знаю, как правильно сказать, потому что отличается этот телефон от этих двух только двумя вещами. Здесь камера основная 50 мегапикселей и есть ширик на 8 мегапикселей. Здесь камера по 108 мегапикселей и ширика нет. И второе отличие, здесь зарядка 18 ватт, здесь 33. Все, все остальное одинаково. Несмотря на то, что написано, что здесь процессор G88, здесь тоже G88, просто переименованный. Одинаковые дисплеи, одинаковая батарейка, одинаковое вообще все. Сразу можешь посмотреть, сколько стоит Poco M6, сколько стоит Redmi 13, сколько стоит Redmi 12. И вот эти телефоны, конечно, лучше всего не брать. Почему? Сейчас кратенько расскажу. На всякий случай обязательно помните, что в нашем магазине прекрасные цены по ссылкам под видео вот на эти смартфоны. И лучше обязательно посмотреть наш топ смартфонов лучших до 10 тысяч рублей и до 20, которые тоже есть по ссылкам под этим видео. Потому что есть много классных других смартфонов, которые лучше этих всех. Некоторые даже дешевле. Но давайте все-таки про Poco M6 я вам сейчас таки расскажу. Ну и наш розыгрыш ежемесячный одного классного смартфона и множество промокодов на покупку в нашем магазине. Условия простые. Пишем под этим видео любой содержательный комментарий по теме этого видео. В прямом эфире в следующем месяце выберем среди них случайным образом одного победителя и отправим в любую точку Российской Федерации. Удачи! Итак, Poco M6. Вот у меня в таком черненьком цвете. В комплекте у нас идет зарядочка 33 ватта, в комплекте у нас идет чехольчик, пленочка уже наклеена на дисплее и, собственно, USB Type-C провод. Ну, со всеми этими телефонами аналогично, на самом деле, никаких отличий. Телефон полностью пластиковый, довольно крупный, это форменная лопата. Выступает над корпусом значительно и камеры. Имеется у нас здесь вспышечка. Без чехла использовать это именно Poco, честно говоря, идея плохая. В Redmi 13, кстати, там матовый такой, более приятный чехол, как бы, более приятная задняя крышка. Здесь же еще черный, заляпывается и собирает всю пылюку. Выглядит в результате это все ну так себе. Качество сборки вполне неплохое, но согнуть его можно, так что будьте осторожны. Справа располагается качелька громкости, кнопка включения блокировки, сверху разъем для наушников 3,5 мм, слева слот для двух сим-карт карты памяти, снизу Type-C, основной единственный динамик и, собственно, основной микрофон. Сверху у нас инфракрасный датчик. На лицевой части у нас дисплейчик. Рамки довольно толстые, поэтому при вот таком дисплее 6,8 дюйма лопата и получается. Толстые рамки, огромный дисплей, как следствие вот это вот все мы и получаем. Причем сам по себе дисплей тоже вызывает некоторые вопросы. Он в целом, не могу сказать, что прям сильно тусклый, но тускловат. Особенно, ну, автояркость тоже работает слабенько. Вниз хорошо работает яркость, а вот вверх постоянно выкручиваю ее повыше. При этом, ну, скорость отклика на касание, скорость анимации, в принципе, вполне себе приличная. И, ну, в этом плане не могу сильно придираться к телефону. Дисплей, в принципе, ну, недорогой, но сносный. Да, то есть, Full HD разрешение, 90 Гц частота развертки, плавность анимации она присутствует. В целом такой крупный дисплейчик, ну, за эти деньги вполне себе понятная история, так что сойдет. За производительность отвечает процессор Helio G91, оперативной памяти 6,8 гигабайт, память медленная, это eMMC исключительно, и процессор это просто переименованный, как сказал, G88, который стоит в Redmi 12, отличается только одним: в Helio G91 поддерживается камера 108 мегапикселей, других отличий 0. Старый знакомый Helio G88 со всеми вытекающими. Смартфон не шустро особо работает, ну, как бы, как рабочая лошадка вполне сойдет, но много ожидать здесь точно не стоит. Работает, запускается, приложение подгружается довольно долго, и сам телефон тоже включается довольно долго. В Antutu 270 тысяч баллов, мало баллов и за видеоядро, поэтому игрушки здесь пойдут только самые-самые простейшие, шахматы какие-нибудь, судоку, кроссворды, какие-то более тяжелые игрушки только на самых-самых минимальных настройках запустятся и будет работать. Поэтому, ну, решение явно не игровое, игровые решения
решение, допустим, в бюджетном классе это все-таки какой-нибудь Helio G99, как минимум. А G91 это, увы, не то. Автономность, в принципе, могу сказать, что она сносная, да, то есть до конца дня вам точно телефона хватит, может быть, даже дня на полтора. В моем режиме тестирования до конца дня хватало спокойно, оставалось процентов 30, но, там, допустим, если говорить про часы дисплея, это часов 8. Надо понимать, что большой IPS, Full HD и процессор старенький, поэтому под нагрузкой телефон заряжается, конечно, быстро. Заряжается при этом от комплектного зарядника на 33 ватта где-то за час 50 до 100%, то есть не особо такая прям быстрая зарядка. Если говорить про селфи, то селфи как селфи, нормально, звезд неба не хватает, разблокировка пониже происходит, но в целом там, для видеозвонков или что-то себя там вот фоткать, это вполне нормальная история. А вот основная камера 108 мегапикселей и камера для портретного снимка на 2 мегапикселя. Комментировать, что здесь, по сравнению, опять же, с Redmi 12 ширик вот потерялся, хотя он был там слабенький, но он был. 108 мегапикселей же здесь камера, ну как вам сказать... При хороших условиях освещения, вот яркий свет, солнышко, допустим, снимки получаются вполне живые. Нормальные снимки, есть некоторая кислотность отдельных цветов, не очень натурально получается. Но в целом, я так думаю, многим понравится, потому что сразу как после обработки получаются снимки. Опять же, я еще говорю, не про натуральность история больше, а именно про красоту. В принципе, вполне четкие, особых таких там, претензий, я, пожалуй, что не предъявлю. Вечер, ночь, конечно... Камера очень сильно падает в качестве, ночной режим вас тоже не спасет практически, очень слабая камера, бюджетнейшая, если проще. Поэтому много ожидать от нее не стоит. Видео тоже очень слабенькое и очень плохое. Full HD без стабилизации, так что тоже для любителей поснимать видео явно рассматривать надо варианты другие. Как и, собственно, для камеры, пожалуй, что тоже. Если говорить про звук, то стерео нет, разъем для наушников есть, динамик один достаточно громкий, пропустить звонок не получится, но качество особого как такового вы тоже и не получите. То есть слушать музычку явно не тот вариант, скажем так. Со связью, ну, есть две сим-карты, GPS, GLONASS, NFC есть, но не во всех версиях, как я понял, Poco F6. Ну, в целом, со связью все нормально, проблем с приемом сигнала и с GPS-ом тоже нет, запускается, работает. Ну и работает телефон на операционной системе Android 14 версии, у меня уже стоит Xiaomi Hyper OS версии 1.0.3.0, причем телефон, кстати, работает, на удивление, довольно-таки шустро. Если уж покупаете вдруг этот смартфон, то хотя бы 8 гигабайт будет лучше смотреть. Хотя в Sony я не ожидаю, что это значительно скажется на производительности, Sony предложения открываются, ну, долго. Но это уже проблема ограничения процессора. Что касается самой системы, ну, есть какой-то мусор тут предустановленный, Oppo, Poco Community, какие-то заметки. Ну, в принципе, все это легко удаляется. Особой проблемы за время эксплуатации прям таких с телефоном я не заметил за время тестирования. Все работает, устанавливается, запускается, свой магазинчик приложения есть, так что... В целом можно пользоваться. Ну, как обычно, для Xiaomi многовато уведомлений. Даже сейчас у меня висит. Включите поиск устройства. Обновление системы завершено, хотя я обновил ее позавчера. Xiaomi Service Framework какой-то написал. Вы изменили сферу применения. Че? Ну и вывод. Poco M6, как и Redmi 13, как и Redmi 12, это яркий представитель очень бюджетных телефонов, которые мне не особо нравятся. Потому что многовато здесь компромиссов. Понятно, но он включается, он работает, он звонит, он даже умеет что-то фотографировать. Но момент в том, что я понимаю, что в этом сегменте есть телефоны интереснее. Да, то есть это вот те телефоны, про которые я говорю в топе лучших смартфонов, там до 10 тысяч рублей, 20. И вот даже до понимания. Poco M5 будет лучше, чем вот этот телефон. Потому что там Helio G99, там лучше память, дисплейчик там, допустим, плюс-минус тот же самый. Камера, допустим, ну, то есть он мощнее, он намного приятнее работает, чем все вот эти телефоны. Опять же, если говорить про Xiaomi, то есть Redmi Note 13, который стоит немножко дороже, но он намного интереснее. Я уж молчу про то, что в этом бюджете можно найти много других смартфонов, а других брендов классно. Infinix, Tecno, Infinix Note 30. Прекрасный, потрясающий телефон. Вот прям и пока продается, обратите внимание. У Tecno Spark 20, допустим. Вот это все, ну, слишком бюджетно. При том, что, еще раз отмечаю, в этом бюджете есть уже телефоны более мощные. Поэтому Poco M6, Redmi 13, Redmi 12 — это понятные бюджетки, которые включаются, работают, и многие их покупают. Но если вы еще стоите перед выбором, я вам честно говорю, лучше купить что-то другое. Я бы посоветовал рассмотреть что-то другое. Вот если ко мне кто-то обратился, что-то помощнее, что-то поприличнее. Ну а дальше выбирать, конечно, вам. Посмотрите по ссылкам под видео, сколько стоят смартфоны, в каких цветах есть. Посмотрите, сколько стоят у конкурента и наши лучшие топы. Сделайте хороший выбор. Пока.